Концерт под названием «Вечер музыкальных контрастов» прошел в органном зале столичного университета искусств. Своим творчеством слушателей порадовал заслуженный деятель Казахстана, известный пианист Нурлан Измайлов. Вместе с Казахским государственным симфоническим оркестром он исполнил второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова. Новый дирижер, с которым мы раньше никогда не играли, молодой, талантливый, растущий, уже главный дирижер Алматинского государственного оркестра имени Тулебергена Абдрашева. И, кстати говоря, первый раз этот концерт я сыграл с Тулебергеном Абдрашевым. И это было его тоже первое, одно из первых выступлений. Мы с ним были большие друзья, жили в общежитии. И, в общем, творчески вместе шли по жизни. Ну вот, теперь его ученик дирижирует сегодня. Нурлан Измайлов часто выступает с концертами в Германии, США, Италии, Китае, Словакии, Турции и России. Неоднократно он был членом жюри и представителем конкурсов в разных странах. Концерт в органном зале прошел с участием именитого дирижера Каната Умарова. В течение многих лет он является главным дирижером Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан имени Абдрашева. Он проходил стажировку у главного дирижера Метрополитен Опера, всемирно известного маэстро Фабио Луизи. Проходил на практике очень много, именно как ассистент, много-много очень опер, работал со многими дирижерами, солистами, и для меня это вообще в моем становлении сыграло огромную роль, потому что это длилось почти 3 года. Концерт в столице прошел в рамках празднования 150-летия великого композитора Сергея Рахманинова. Симфонический оркестр Франкфуртского радио исполнил третью симфонию Сергея Рахманинова. В этом году во всем мире отмечают 150-летие великого композитора. Коллектив – один из лучших оркестров Германии. Здесь каждый из артистов – уникальная личность с множеством наград. Поэтому, исполняя любого рода сочинения, оркестр вовлекается в процесс музицирования всей душой и сердцем. Особенно, по словам дирижеров, это заметно в симфониях Антона Брукнера. Для коллектива очень важна немецкая традиция. Именно оркестр Франкфуртского радио во главе с Элиахо Инбалом возродил музыку Брукнера в послевоенной Германии. В США в величественном храме Солт-Лейк проходит серия органных представлений. Уже более века здесь по традиции даются концерты в полдень. Трансляции выступлений проходят на официальном аккаунте собора в YouTube. В новой серии концертов примут участие 5 опытных органистов. Среди них Ричард Эллиот, Эндрю Ансворт, Брайан Матиас, Линда Маргетс и Джозеф Пиплс. Также ожидаются выступления артистов хора. Выставка в честь весеннего праздника Наурыз открылась в столичном арт-пространстве. Праздничные экспозиции дали название «Новый день». По словам кураторов выставки, ничего в жизни не повторяется. Каждый день новый, и каждый момент приносит новые уникальные ощущения. Экспозиция собрала вместе работы двух известных казахстанских художников Аманата Назаркула и Владимира Шиге. Их дополнили тузский язык коллекционера из Франции Натальи Кривец. Когда мы планировали март, естественно, мы думали о том, что нужно сделать что-то, что подарит новую надежду, что подарит цвет, свет, тепло. И этот проект, он сложился очень интересно, потому что два художника, которые здесь выставляются, они совершенно не похожи друг на друга. Они носители одной культуры, но они смотрят на эту культуру с разных сторон. Выставка привлекает внимание зрителей весенней теплотой и сочными красками. Работы Аманата Назаркула рассекают пространство дерзкими линиями и пятнами. Медитативная декоративность работы Владимира Шеги останавливает момент, а бережно отреставрированные Натальей Кривец старинные вышивки обволакивают пространство древними заговорами. Полюбоваться на разноплановые произведения искусства можно до 18 мая. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 23 марта театр имени Сейфуллина отметится комедией «Тимиркатн». 23 марта труппа Восточно-Казахстанского областного драматического театра даст постановку «Ва-банк» или «Последняя попытка». 23, 24 и 25 марта в театре имени Шанина состоится показ драмы «Танакос».